Давно это было. Отслужил в армии, еду домой. В кармане не густо, в животе пусто. Заглядывает в купе молоденькая проводница. Чайку не желаете? Желаем. Приносит. А я еще сахару прошу. Потом еще чаю попросил. Еще и еще. Да так разговорились, что я чуть станцию свою не проехал. Хватаю вещи и на ходу из поезда прыгаю. И только потом понимаю, что стакан с собой забрал. Ну, думаю, надо вернуть. А дальше? А дальше? Она мне уже 30 лет в этот стакан чай наливает.